Всем привет! Сегодня мы открываем посылку с Алиэкспресс. Посмотрим, что же у нас пришло. Мы ждали наших кроликов, брелочки. Пушистые. Давай посмотрим, какие же нам пришли кролики. Вот, вот мы заказывали 3 штуки. Я фиолетенького. Мы заказывали 3 штуки. Фиолетового, синего. Беленького. Нет, это бежевый такой больше. Худенький. Вот такие вот зайки. Брелочки. Ой, все падает. А есть такие побольше. Вот брелок такой тяжеловатый. Есть такие зайчики побольше, потому что эти маленькие. Да, эти зайки 13 сантиметров, они вот небольшие. А другие намного больше. Такие. Ну, тут ушки неплохо сшиты. Ну, вот лапки такие. Тоже вот. У них разные, красиво сделано. У них разные цвета ушек вот здесь. Вот тут. У меня вот такой фиолетенький. Да, у этих вот немного другие ушки, тут заменитель кожи, я думаю. А здесь какая-то гладкая ткань. Не-не. Ну такая вот плотненькая она. Не шершавенькая. И мех такой гладкий, да. Хороший. Вот здесь вот глазки даже можно увидеть. Ой, я носик нашла. Так, а где же вторая глазка? Вот, а я носик. А вот вторая глазка. И здесь где-то носик. Я носик. Вот тут розовенький носик. Ну вот носик. Вот, можно видеть. Ну, вот. И у меня тоже. А вот на этом хорошо. Видно носик. А где глазки у него? Здесь пока нету. Меха много, глазок нет. Ну вот глазки. Я не могу найти глазки. А так-то вот они выпуклые. Вот мой глазик. Такой. И второй где-то. Вот наш. Их можно даже разбить. Вот. А вот и носик тут. У меня вот 2 глазочка. Я нашла 2 глазка. Вот такие вот милые брелочки. Я глазки. 3 мягких. Я ему глазки уже нашла. Один, и здесь второй. И носик мой. Вот такие вот зайчики. Зайчики-кролики. Вот у них лапки такие вот. Нам очень понравились такие вот зайки. Нравятся очень. Такие мягкие, пушистые. Меховые. Вам понравились наши зайчики? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!